Всем привет, ребята! Вы на канале Тыковка ТВ. И с вами я, Безубик. Да-да, ребята, давно вы не слышали моего голоса. И вообще, ну, так скажем, уже давно не было драконов. Но мы исправляем эту ситуацию. Дайте на Эфуре. Да-да-да-да-да-да, мы исправляем эту ситуацию. Потому что уже... Наступил Хэллоуин. Ну как уже, он вообще там с ночи с 31 на 1 ноября, но допустим его уже все празднуют днем. Да-да-да-да, правильно. И в честь этого праздника мы с Безубиком решили организовать наш собственный праздник. Все же, почему все празднуют, а мы не будем праздновать, мы тоже хотим это праздновать. Особливо вдаваться в подробности я не буду, но скажу так, мы все распределили, и сейчас вам расскажем точный план наших действий. Давай, дневная фурия. Ага. Во-первых, ребята, мы будем украшать нашу комнатку. Сейчас я вам покажу. Вот, аккуратненько. Да, вот у нас такая вот будет комнатка, там небольшая вот такая вот комнатка, там столик для еды, все такое. То есть у нас будет помещение, наша комнатка любимая. Мы ее, конечно же, украсим, так как все же Хэллоуин, там надо декорации какие-то, это почти что Новый год. Да-да-да-да-да-да-да, правильно. Также мы позовем наших лучших друзей, там, Громгильду, Кривоклыка, там, Астрид, Икинга и так далее. То есть самых лучших друзей мы позовем. Да-да-да-да-да, позовем наших друзей, устроим что-то типа вечеринки там и сами нарядимся в костюмы, да, Беззубик? О, да, конечно, конечно. Как я не хочу в эти костюмы одеваться. Ну вот-вот-вот, смотри у меня, испортим только Хэллоуин. Так-так, что далее? Так, далее у нас распределение, Безумик, помогай. Да, распределение, так скажем, то, что будет делать. Правильно. Мы с Безубиком будем делать половину декора. Такую вот более, ну, по крайней мере, вот это вот все оформили мы с Безубиком. Да, вот стальной декор, там всякие плакатики, все такое, это сделает Громгильда вместе с Кривоклыком. Да. А угощение и все такое, за это отвечают люди. Ну, вы поняли, то есть там и Кинг Астрид и так далее. Да. Так-то мы уже все готово, а вот костюмы мы должны сами себе подобрать. Да. А что? Я, например, себе подобрала костюм. Не знаю, что ты там морочишься уже 2 дня. Да, ну, конечно, мне же сложно. Какой-то красивый и страшненький костюм. Может, мы будем без костюмов? Мы же и так гордые, страшные драконы. Нет. Ну, у меня же вот хвост. Хвост, он же считается за костюм. Видишь, он же как у меня надет. Ну, безумно, тебе что, сложно найти какую-нибудь безделушку? Ай, ладно. Ребята, сейчас вы все увидите, всю нашу подготовку. И, конечно же, вы увидите празднование Хэллоуина. Так, поехали. Я не могу. Дневная фурия, зачем ты притащила пластилин? Как зачем? Так, сейчас я поправлю стол, а то я стол снесла нечаянно. Как зачем? Как зачем? Мы же должны сделать символ нашего канала тыковку на Хэллоуин, да. Символ нашего канала, конечно же, будет присутствовать. Так, я представлю для этого пластилин. И здесь есть все подходящие цвета. Ну что ж, Безубик, начинай делать тыковки. Я пойду посмотрю, что у других, готовы или нет. Понял? Ну, мне лень. Сейчас кому-то будет так лень. Понял. Все. Сейчас буду делать. Вот и молодец. Кстати, ребята, наверное, у некоторых вопрос. Чё это у меня такое на спине? Так скажем, это вещь, которая поддерживает мои бедные крылышки. Да-да, вы уже поняли, что у меня там что-то не так. Ну, у меня все хорошо, я себя лучше чувствую, поэтому видео выходит. Так, Безубик, я пошла, короче, посмотрю, что там у других, а ты делай тыковки. Да-да-да, конечно. Где мой телефон? Как надо заказать тыквы? А где мой телефон? Шутка, у меня нет телефона. А жалко. Так, пойду лучше куплю в магазине тыковки и скажу, что это я сам сделал.
А улику умеру. А сейчас, ребята, я вам быстренько покажу, как сделать символ моего канала тыковки. Берем специальный пластилинчик. Вот он. Не спрашивайте, в каком он у меня состоянии. Просто не спрашивайте. Так, нам понадобятся красный и желтый, и быстро их смешаем. Так, отрываем по чуть-чуть. Та-дам! Теперь это все быстро смешиваем. Ну, что-то наподобие у нас получилось. Такого. Что-то наподобие оранжевого, непонятно какого. Ну, как бы, как вы знаете, тыква не чисто оранжевая. Я вам могу это доказать. Мне как-то тыкву я покупала. Так, ну, должен получиться примерно такой цвет. Можно даже с разводами, потому что это придает такой натуральный цвет. А, какой прикольный. Так, ребята, смотря сколько мы будем делать, я планирую сделать одну большую такую тыковку. Ну, все же тыковка ТВ, большая такая тыковка должна быть. Поэтому я сделаю одну большую тыковку. Вы, конечно же, можете сделать, просто тупо взять оранжевый пластилин, не смешивать, как я. Мне лучше смешивать. И можете сделать большую, там, чуть ли не такую тыковку. Ну, я хочу сделать миниатюру, но все же это для моих дракончиков. Поэтому я сейчас быстро вам сделаю шарик и покажу, как сделать ее более красивой. Ребята, я вот сделала более-менее такой круг, но я его сплющила, потому что тыква, она не такая прям круглая, она сплюснутая. Вот такая вот примерно. Сейчас будем делать ей форму, сделаем ей глазки и зеленую пимпочку. Ну, росточек такой. Так, вот из такого зеленого цвета мы просто делаем такую вот как кругленькая штучка. И можно ее вот ну, сюда присоединить. Да, я знаю, возможно, получилось не очень, но это еще не все, так как еще надо проделать детали. Ребята, я беру зубочистку. Так, и надо проделать вот такие вот как углубления, полосочки у тыковки. Вот примерно вот такие вот у меня полосочки получились. Сейчас сделаем ей мордочку вот здесь. Такую злую морду, ну, в стиле Хэллоуина. Ну, вот что-то наподобие того получилось. Конечно, да, я прям не мастер это делать. Но зато у меня получилась вот такая небольшая тыковка. Так. Проходим. Давай, Грунгильда, проходи, показывай. Вот. Что это такое? Как ты просила, декорации? Что, я сама сделала? Ну да, ты у нас, конечно, мастер на все руки, да. Ну, все же мы Хэллоуин отмечаем сами, так скажем, в первый раз, поэтому, ну, для первого раза, как говорится, сойдет и это. Кстати, где там Кривоклык? Ты у меня спрашиваешь, я не знаю. Он сказал, сейчас он подойдет. Кстати, это же правда, что надо было костюмы там это сделать, да? Да, костюмы. Я как раз свой костюм принесла, сейчас его надену, ты удивишься. Так, всё, переворот эпичный. Опа, ну как тебе, Смотри, даже метелка есть, ведьмочка. О, кстати, костюм тоже самодельный? Ага, сама, и метелка сама. Ну чё, прикольно, для Хэллоуина, мне кажется, сойдет нормально. Спасибо, я, блин, целую ночь делала. Ты мне такая прилетаешь, значит, вчера в 3 ночи такая говоришь, делай костюм, а я такая, какой? Я еле его сделала. Мой костюм. Ну, молодец. А у меня, слава богу, он был заранее. Беззубик, не знаю, подготовил, не подготовил. Он вообще должен за тыквой был пойти. За тыквой? Я, кстати, видел, как он из магазина шел с тыквой. Откуда шел? Откуда? Да из магазина. Вот тут магазин забежал и купил тыкву. В магазине, ага. В магазине. Я упросила слепить. Подождешь минуточку, хорошо? Да. Я подожду, пока подмету. Подмету все. Хорошо, да. Я ей сейчас приду, ладно, через минуточку. Хорошо. Безумик! Я вернулась.
Опа. Опачки. Безумик. Безумик. Помогите. Безумик. Безумик. Оригинальный костюм. Оригинальный. Оригинальный. Грангильда. Только не надоедай. Пожалуйста. Безумик. А надо было самому ее слепить, эту тыковку. Я же думала, ты в шутку. Я разве когда-то шучу? Понял, понял, ты никогда не шутишь. Все. Так, а где другие гости, я не понимаю. Я полетела за другими гостями. О, боже мой, Грангильда, ты посмотри, что он сделал. Я уже поняла. Я думаю, тебе лучше бы еще костюм сейчас найти. Я думаю, мы сейчас с тобой найдем костюм мне. И давай, чтобы она была рада, развесим вот эти... Что это? Что это? Ты тыкву-то хотя бы принес? Да. Опа, тыковка. Ну, хорошо. Твой костюм хотя бы лучше моего. Да, у меня ведьмочка. Да, я вижу, у тебя тут и черепушки, там и тыковки, и хэппи Хэллоуин. Угу. Все готово. Ладно, давай тогда быстро развесим и подождем, когда придет дневная фурия. И начнем праздновать. Ребят, если вам понравилась эта серия, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. И скоро будет следующая серия, продолжение. Вы узнаете, как мы праздновали Хэллоуин. И всем пока.